Саламастерма, хурметтуу отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой очередной эфир, и тема сегодняшнего выбора – это досрочные выборы президента Казахстана. Еще летом я сообщал, что выборы президента будут досрочными, и Назарбаев планирует назначить президента свою дочь Дарига Назарбаеву. Ну, собственно, для наблюдателя это была не новость. Вы обратите внимание, весь прошлый год и этот год шла подготовительная кампания. Подготовительная кампания, чтобы этот план был реализован. Другой вопрос, что Назарбаев планировал свою дочь назначить еще в 2017 году президентом. Провести досрочные выборы президента в 2017 году. Но разные обстоятельства, которых я много раз уже говорил, привели к тому, что он решил провести досрочные выборы теперь уже в марте 2019 года. И я сейчас просто расскажу вам цепочку тех или иных шагов, которые просто подтверждают подготовку проведения досрочных выборов. Ну, во-первых, вы все прекрасно знаете, что за весь период независимости, так называемой независимости Казахстана, выборы никогда не были вовремя законными, они все были досрочными. Все кандидаты президента, они заранее выбивались из этого процесса, против них возбуждались уголовные дела, они сажались в тюрьмы. Специальные комиссии, как, собственно, сама Центральная избирательная комиссия, так и языковая комиссия не пропускала людей на эти выборы, ссылаясь, что они недостаточно хорошо владеют государственным языком казахским, что якобы они не сдали экзамены, но при этом власть протаскивала число кандидатов, разных людей, которые вообще не владеют казахским языком, вообще не умеют писать. Ну, как известно, например, генерал Касымов, таможник, да, который вообще не говорит по-казахски, вообще не умеет писать. Тем не менее, языковая комиссия его обозначила, что он хорошо владеет казахским языком. И таких примеров было много. То есть, собственно, власть находила десятки, сотни способов, чтобы устранить тех потенциальных кандидатов, которые могли каким-то образом повлиять на исход выборов. Даже если этот исход мог изменить соотношение максимум на 1%, Назарбаев заранее их отстреливал. Даже на 1% кто-то составлял угрозу, и Назарбаев их отстранял от участия на выборах президента. Сейчас мы все понимаем, что Назарбаев никогда не отдаст при жизни власть. Никогда. Он не уйдет, как Ельцин, с должности президента на пенсию. Это ни у кого не должно быть иллюзии. Для этого он подготовил законодательную базу. Во-первых, в соответствии с конституционным законом ему присвоен статус лидера нации Елбасы, и он может возглавлять сколько угодно страну, участвовать на выборах президента без ограничений. Второе. Как вы помните, весь прошлый год и этот год шли различные подготовления, связанные с тем, чтобы усилить полномочия именно Нурсултана Назарбаева. Казалось бы, куда их усилять? У него все в руках. Он назначает правительство, фактически назначает депутатов, назначает судей. Все должности, которые существуют в стране, связанные с государством, так или иначе назначает он. И, казалось бы, зачем их еще дополнительные какие-то усиления? Но, тем не менее, вы в этом году были свидетелем того, что он, Совет национальной безопасности или Совет безопасности, сначала запросил Конституционный совет, затем внес поправки в Конституционный закон и дал себе дополнительные полномочия, которые у него и так и были. Он сделал себя вечным председателем Совета Безопасности. В Совет Безопасности входят председатели парламентов, премьер-министр, представители силовых структур. И в законе конституционном внесены поправки следующим образом, что Нурсултан Назарбаев, как первый президент страны, фактически стоит над всей системой государственного управления страной. Даже если будет приведен к власти новый президент, именно Совет национальной безопасности регулирует
все органы власти, то есть и новый президент, будет подчиняться председателю Совбеза страны. И эту должность он присвоил себе. Более того, вчерашний консультационный орган Совет Безопасности превратился не в совещательный орган, а в структуру, которая обладает реальными полномочиями. А именно, все представители силовых структур, председатели парламентов выполняют волю председателя Совета национальной безопасности. И руководителем пожизненным является и будет являться Нурсултан Назарбаев. То есть, как вы понимаете, все это делалось не случайно. Это делалось для того, чтобы он мог назначить президентом страны своего ближайшего родственника. В частности, он сейчас планирует назначить Дарига Назарбаева. Но в реальности при этом, используя этот конституционный закон, используя статус лидера нации, фактически продолжать управлять страной. Собственно, так в Иране сделано, как есть Аятолла Хамени, духовный лидер. Он стоит над президентом Ирана. Здесь что-то такая близкая структура, но с еще большими полномочиями, чем у Аятолла Хамени в Иране. Итак, Дарига Назарбаева, которая еще в 2016 году имела статус вице-премьера правительства Республики Казахстан, неожиданно переходит в Сенат. Указом Назарбаева она назначается сенатором. Затем она становится председателем комитета по международным отношениям и оборонной промышленности. Зачем, скажете вы? На самом деле, по Конституции, вторым человеком в государстве является председатель Сената, третьим человеком председатель Мажилиса и четвертым премьер-министр. И очевидно, что Нурсултан Назарбаев готовил площадку для своей дочери, ввел ее в Сенат своим указом. И сейчас мы будем свидетелями того, как он ее назначит председателем Сената. То есть Касымжомарт Токаев, который сейчас является председателем Сената, покинет эту должность. И вместо него будет назначена Дарига Назарбаева. Вы сейчас, прослушав те факты, о которых я говорю, поймете, что это все произойдет в ближайшее время. Потому что именно председатель Сената после отставки Нурсултана Назарбаева или после неожиданной его смерти юридически должна возглавить страну, стать исполняющей обязанности и затем провести через определенный срок выборы президента. И если сумеет исполняющий обязанности президент победить на этих выборах, то он станет президентом. Но, как вы знаете, все эти действия, они носят определенный рисковый характер. Ну, в частности, в Узбекистане, когда неожиданно умер Ислам Каримов, президент Узбекистана, то исполняющий обязанности по Конституции должен был быть председатель Сената. Но председатель Сената Узбекистана отказался от власти, и реальной властью стал владеть премьер-министр Мирзиёев. После этого прошли досрочные выборы, и Мирзиёев стал президентом Узбекистана. И началась чистка. Чистка всех представителей Ислама Каримова с органов власти. И все те, кто считались креатурами Ислама Каримова, были отстранены или посажены в тюрьмы. Семья Ислама Каримова подверглась давлению, их бизнес был отобран. Старшая дочь Гульнара Каримова, она сидит в тюрьме, пока ее посадили на 5 лет, но ясно, что при жизни нынешнего президента Мирзиёева она никогда не выйдет из тюрьмы живой. Никогда. Поэтому семья Нурсултана Назарбаева очень сильно встревожена после того, что произошло в Узбекистане. Начали убеждать Назарбаева и начались массированные перестановки врагов. Или потенциальных врагов, или тех, кто много знал, этот режим решил зачистить, уничтожить, отстранить от тех или иных должностей. Центральная избирательная комиссия, которая реально следит за итогами выборов, объявляет результаты выборов, на должность ее председателя был назначен Худа Назарбаева, дороги, Берик Имашев. Дочь Берика Имашева замужем за Нурали Алиевым. Это сын Дариги Назарбаевой. Вот, представьте, такая вот теплая компашка решила назначить
руководителем избирательной комиссии именно того, кто подсчитывает голоса, голоса вас, избирателей, назначить своего родственника. Это первый шаг, который сразу наблюдатели могли заметить и понять. Готовится подготовка перестройки системы государственного управления. То есть, если бы даже Назарбаев назначил Даригу председателем Сената и неожиданно ушел в иной мир, то могла быть такая ситуация, когда наш усатый председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов мог прийти и положить пистолет перед Даригой Назарбаевым и сказать: «Ну что, Даригуша, давай пиши заявление об отставке», как, собственно, в Узбекистане произошло. И чтобы этого не было, силовые структуры сейчас фактически будут подчиняться председателю Совета национальной безопасности Нурсултану Назарбаеву. То есть должность председателя Сената, она не гарантирует полный перехват власти. Поэтому Нурсултан Назарбаев решил назначить на эту должность президента Даригу Назарбаева сейчас при жизни. Но при этом реальной главой государства будет именно он, а не она. Она будет ждать того момента, когда случится неожиданная смерть Нурсултана Назарбаева, тогда автоматически все полномочия перейдут к ней по Конституции, по всем законам республики. При этом руководители силовых структур будут таким образом назначены, чтобы они были лояльны как Нурсултану Назарбаеву, так и Дариге. Вот, собственно, замысел. Ясно, что председатель Сената Токаев скоро покинет свою должность, как я его называю, мебель. Он, мебель, занимает определенное место, греет это место, как в свое время в России произошло, когда Путин, будучи президентом, стал премьер-министром, а президентом стал Дмитрий Медведев. Поработав определенное время, Дмитрий Медведев такое согретое место передал снова Путину и стал премьер-министром. Но они не родственники, они, там, скажем, уголовным языком, подельники, соратники, земляки, родом из Питера, вместе работали в мэрии Санкт-Петербурга. В Казахстане же чуть-чуть другая ситуация. Фактически власть будет перестраиваться так, чтобы преемственность сохранялась именно в клане Нурсултана Назарбаева. Поэтому власть Назарбаев не будет никому отдавать. Он будет контролировать власть при жизни, но при этом на вторую позицию в должности президента он хочет назначить Даригу Назарбаеву. Сегодня я опубликовал на своем фейсбуке телефонограмму, которая была перехвачена нашими активистами в регионах, активистами ДВК. Так вот, что говорится? Здесь в телефонограмме говорится, что необходимо до 3 ноября предоставить информацию по кандидатам для составов новой избирательной комиссии согласно в таблице приложений. Требуется их удостоверение личности и так далее. Надеюсь, вы понимаете, каким образом подходит подсчет голосов, но для тех, кто не знает, я просто объясню. Итак, у нас существует центральная избирательная комиссия, называемая ЦИК. Еще осенью 2016 года ее председателем назначен был Берик Имашев, на тот момент был бывший министр юстиции. Его неожиданно переместили на позицию председателя ЦИК, председателя Центральной избирательной комиссии. Число членов избирательной комиссии нечетные, 7 человек. Председателя Центральной избирательной комиссии в соответствии законом, который провел в свое время Нурсултан Назарбаев, назначается указом Назарбаева. Итак, смотрите, следите за руками мошенников. Мошенников, в данном случае я говорю о Нурсултане Назарбаеве. Он, будучи президентом Республики Казахстан, назначает на должность председателя Центральной избирательной комиссии кого? Прямого своего родственника Берика Имашева, дочь которого вышла замуж за сына Дариги Назарбаева. Итак, председатель Центральной избирательной комиссии является прямой родственник Нурсултана Назарбаева. Куда его? Далее. В соответствии с Конституцией,
Дополнительно в состав избирательной комиссии входит 6 человек. Из них двоих назначает Нурсултан Назарбаев своим указом лично. Двоих кандидатуру утверждает Сенат парламента и двоих Мажилис парламента. Но мы все знаем, что Сенат парламента и Мажилис полностью зависимы от Нурсултана Назарбаева. Практически все депутаты назначены им лично от партии Нур-Отан или других партий, как КНПК, это отдел партии, партии Нур-Отан. КНПК якобы коммунист, не существует никаких коммунистов, это подставная структура. И вторая партия, так называемая АКЖОЛ, якобы партия предпринимателей, тоже подставная партия власти, вы все прекрасно знаете, это тоже так называемый отдел администрации Нурсултана Назарбаева. Итак, то есть получается, что все 7 членов избирательной комиссии фактически назначаются сверху. Далее, в соответствии с этой телефонограммой озвучивается следующее, что на местные должны сформироваться местные избирательные комиссии новый состав. И необходимо, значит, Центральной избирательной комиссии, вышестоящей, передать информацию о вновь назначаемых членах этих избирательной комиссии. Как вы понимаете, именно они будут следить за выборами, именно они будут участвовать в фальсификациях. Ясно, что в их состав будут введены именно представители партии Нур-Отан или какие-то другие лица, но которые прямо зависимы от власти. Итак, 7 человек будет на каждом избирательном участке, где избиратели до 2000 человек, и если более 2000 человек, 9. И вы понимаете, это было всегда, все эти представители будут назначены, утверждены властью местной, которая полностью назначается Нурсултан Назарбаев, и согласованы Центральной избирательной комиссией, которые прямо назначены Нурсултаном Назарбаевым. Вот, собственно, такой вот мошеннический трюк. Вся цепочка, вся инфраструктура подсчета голосов организовывается Нурсултаном Назарбаевым из зависимых и подотчетных людей, которые будут заниматься фальсификациями выборов. И подбрасывать другие бюллетени, рисовать другие голоса. Все, кто не придет на выборы, их голоса будут вброшены в поддержку Дариги Назарбаевой. Это все, что нас ожидает в марте 2019 года. Летом я озвучивал, что Нурсултан Назарбаев планирует провести выборы в этом году. Но вы же знаете Назарбаева. Он теперь хочет показать, что вот Аблязов ошибся, Аблязов врал и так далее. И, соответственно, он передвинул начало выборов на март 2019 года. Возможно, даже на февраль. Дело в том, что кандидаты должны озвучивать свою программу, регистрироваться в состав избирательной комиссии, показывать о том, что они соответствуют требованиям кандидатов в президенты. Многие из вас, наверное, захотят поучаствовать на выборах, но вы не забывайте, чтобы иметь статус кандидата в президенты, у вас должен быть определенный набор требований, которые специально придумала власть. Ну, например, вы не менее 5 лет должны работать в органы государственной власти. Получается, все те, кто не работал в органы государственной власти, они выбиты, они не могут участвовать на выборах. Это вообще беспрецедентное требование, которое отсутствует в мире. То есть у вас лишили конституционного права не только выбирать, но и выбираться. То есть вы не можете участвовать в выборах, если вы 5 лет не работали в государственных органах власти. А кто контролирует эти органы власти? Нурсултан Назарбаев. И вы понимаете, что все те, кто 5 лет проработали при этой власти, занимая те или иные ответственные посты, они находятся под контролем этой власти, они зависимы от власти. Это первое требование. Второе, вы не менее 15 лет непрерывно должны были прожить в этой стране. И так далее. Вам должно быть не менее 40 лет. Эти ограничения специально придуманы и разработаны командой Нурсултана Назарбаева, чтобы как можно меньше людей участвовало в выборах, они были отсеяны. И также затем еще в дело вступит
комиссии по языкам, которая будет говорить, что вы не так владеете. Это не вы, избиратели, будете решать, устраивает ли вас кандидат, хорошо ли владеет он языком, хорошо ли он доступно излагает свои мысли и хорошие ли его программы. Не вы будете определять, достоин ли кандидат быть президентом страны. А какая-то комиссия при президенте фактически, которая манипулирует и отстраняет любых кандидатов от выборов. Ни одни выборы за всю историю независимости не проходили вовремя. И вы понимаете, что эти выборы тоже пройдут досрочно. Итак, уже 3 ноября прошло в соответствии вот этой телефонограммой. То есть уже в ближайшее время будут окончательно сформированы и утверждены через маслихаты и через Центральную избирательную комиссию будут эти члены избирательной комиссии, которые работают на местах, они будут согласованы и утверждены. Какое развитие сценария мы можем ожидать? Я вам назову их несколько. Будут какие-то безусловные изменения, потому что я их назову. Потому что я заранее описываю о планах Нурсултан Назарбаев, и он будет пытаться их как-то так изменить, чтобы не говорили, а вот Аблязов сказал, он опять ошибся, наврал, все будет по-другому. Я вам скажу основные вещи, и вы поймете, что принципиально, содержательно ничего не изменится. Главное, он планирует передать власть Дариге Назарбаеву. И это цель, к которой он будет стремиться. Как это он будет пытаться сделать? Первый сценарий. У нас Назарбаев был членом Политбюро Советского Союза, Центральной коммунистической партии. Возглавлял коммунистическую партию Казахстана, до сих пор бегает на поклон к Москве. У него тот советский, скажем, вирус настолько глубоко в нем сидит, что он без Москвы не может. И обычно он там копирует. И так получилось, что наша экономика, наша политическая система копирует все то, что происходит в России, в частности в Москве. Ну, простой пример. Происходит девальвация российского рубля. Через короткое время вы видите, что у нас происходит также девальвация тенге. Почему? Потому что наша экономика, она тоже сырьевая, как российская. Но российская экономика все равно более диверсифицирована. Там больше производства. И аналогичные производства, которые есть в нашей стране, они не могут работать, если российский рубль ослаб. Эти производства становятся неконкурентными относительно таких же предприятий в России. И получается, наши предприятия производят более дорогую продукцию, когда в России девальвируется рубль. И наши предприятия начинают останавливаться, сотрудников увольняют. В общем, наступает серьезная проблема, экономический кризис. То есть, вот вам, пожалуйста, прямая зависимость экономики Казахстана от России. У нас не диверсифицированная экономика, мы ничего не производим. Мы только производим сырье, нефть, газ и металлы, которые нам достались в наследство от Советского Союза. Ну и там какие-то торговые центры строим. Все, что было при Советском Союзе, все, что осталось, досталось нам в наследство. Вот только это как-то там немножко улучшается, добавляется. Даже 3 нефтеперерабатывающих завода, которые перешли нам в наследство от Советского Союза, с трудом реконструировали, и они только-только начинают выдавать новую продукцию. Ну, представляете, ни один нефтеперерабатывающий завод Нурсултан Назарбаев за время своего правления 29 лет не был в состоянии построить. Что мы можем в условиях этого ожидать? Только прямое, тупое копирование того, что происходит и происходило в России. Вы помните, как Путин пришел к власти? Под Новый год плачущий Ельцин сказал: простите меня, я, наверное, ошибался и все прочее. Вот сейчас новое время, новые вызовы, требуется молодой президент. Я вашему вниманию представляю Владимира Путина, который, по его мнению, должен был справиться с этими проблемами. Но Султан Назарбаев может пойти по этому пути и на Новый год, под Новый год, исполняющий обязанности президента, может стать Дарига Назарбаева и поздравить вас с наступающим Новым годом. И в те дни будут объявлены даты, точная дата. И это будет не позже марта следующего года, а может и февраль. Это такой первый откровенный критический сценарий.
Но Нурсултан Назарбаев, услышав сегодня о том, что я все это озвучил, может, конечно, чуть-чуть скорректировать. Каким образом? Ну, во-первых, для того, чтобы Дариға стала исполняющей обязанности президента, он ее должен назначить председателем Сената. По Конституции именно председатель Сената является вторым человеком в государстве. Как я объяснял, что просто назначить ее председателем Сената можно, но только проблема в том, что председатель Сената не контролирует прямо систему государственной власти, ему не подчиняется премьер-министр, не подчиняются силовые министры, а это очень важно. А именно президенту по закону и по Конституции подчиняется руководитель силовых структур и правительства. И поэтому, чтобы не получилось так, когда Назарбаев неожиданно покинет этот мир, чтобы Дариға не стала человеком, который не обладает реальной властью, он в любом случае будет пытаться назначить президентом ее, президентом страны. Итак, он сначала проведет следующую операцию. Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, в декабре, объявит о своей отставке. Ну, ему там должность найдут какую-нибудь, ну там, министр иностранных дел, еще что-нибудь там, какую-то должность. Уже не первый раз так делали, найдут. Дариға станет председателем Сената. И под Новый год Назарбаев скажет: я тут устал, но я контролирую, я буду стоять над властью. Я как Дэн Сяопин буду стоять как бы в сторонке, но все будет под моим контролем. Народ Казахстана, вы не переживайте, я никуда не ухожу, все будет стабильно. Вот моя дочь, сейчас я ее объявляю исполняющей обязанность президента, а вот в марте произойдут выборы. И голосуйте за нее. Она молодая, женщина, очень важную роль в развитии государства выполняет. И поэтому вот я считаю, что пришло время повторить ситуацию, какая была в Кыргызстане. Была же Роза Атамбаева президент Кыргызстана. Справилась, молодец. И моя дочь справится. Мы, как он сказал, Назарбаев создал это государство. Казахи никогда так хорошо не жили. То есть вы, оказывается, никогда так не жили хорошо до Назарбаева. Вот при Назарбаеве стал лучше всех. Поэтому, чтобы вам было хорошо, этот курс будет продолжать моя дочь. Это он может объявить на Новый год, когда будет поздравление со стороны Дариги Назарбаева. И второй сценарий. В любом случае, он Дариғу назначит председателем Сената. В любом случае. Если не в декабре, то в январе точно. До конца января. А затем будут объявлены досрочные выборы президента, на которых будут участвовать Дариға и подставные кандидаты от власти. И, конечно же, Худа Берік Имашев правильно подсчитает голоса. И голоса скажут, там 80% голосов поддержали Дариғу Назарбаеву. И таким образом мы увидим нового президента страны Дариғу Назарбаеву. Но при этом, конечно, власть будет до сих пор и продолжаться контролировать Нурсултана Назарбаева, пока он не помрет. Это второй сценарий. Есть, конечно, определенная гипотетическая вероятность, но она маловероятна. Когда Назарбаев проведет досрочные выборы и снова в очередной раз станет президентом, а Дариғу просто назначит председателем Сената. Но это не имеет никакого значения. Все будет построено так, что вторым человеком в государстве будет Дариға Назарбаева. Что именно этот второй человек в государстве, даже обладая должностью председателя Сената, если Назарбаев предыдущие два сценария не реализует, говоря, что вот Аблязов соврал, вот у нас все не так, вот только для этого, все равно вторым человеком в государстве с реальными полномочиями будет Дариға Назарбаева. Потому что он обеспокоен. Уже в следующем году ему будет 79 лет. А в этом возрасте смерть человека может прийти даже неожиданно. Несмотря на то, что врачи всего мира, лучшие клиники скажут, что у него великолепное здоровье. Но мы же знаем, что в этом возрасте человек может умереть неожиданно. И поэтому должна быть определенная гарантия для членов его семьи.
И вот все эти приготовления, они уже вступили в финишную стадию. И вы видите их. Телефонограмму вы прочитали. Вы знаете, что Нурсултан Назарбаев сейчас обладает полномочиями, будучи председателем Совета национальной безопасности, он стоит над всеми, даже если будет новый президент. Одним словом, подготовление все сделано. Теперь следите за подставными кандидатами президента. Их будет немало. Будут женщины, как минимум несколько женщин, которые власть будет тоже раскручивать, которые будут умными, красивыми. Ну, надеюсь, не красивее, чем Дарига. Дарига, наверное, не допустит, чтобы кто-то был красивее ее. Чисто по-женски. И затем будут другие кандидаты, тоже фальшивые. А спецслужбы будут внимательно следить, чтобы все те, кто хочет участвовать на выборах, не участвовали. Что нам, чего нам стоит ожидать? Ясно, после того, как мной озвучено о том, что Назарбаев будет реализовывать эту программу, будет активизация спецслужб, активизация местных органов власти. И, конечно, власть будет стараться не допустить неконтролируемых кандидатов на участие в выборах. Власть будет стараться гасить любое недовольство, а затем это представить так, что народ поддержал Даригу. Она такая умная, выдающаяся, песню поет, доктор наук, мать там большого количества детей, вообще молодец. Вот. А наш народ поддержал стабильность, как скажет Нурсултан Назарбаев. Ясно, что наш народ это не поддержит. Не поддержит и Даригу Назарбаева, и не поддержит Нурсултана Назарбаева, потому что мы все от него устали. Он у власти 29 лет и ничего хорошего в нашей стране не принес, отбросил число отсталых стран, страну, одну из самых богатейших в мире, с богатейшими природными ресурсами, с образованным населением, он превратил наших граждан в нищих. Зачем нам такой президент? Мы же не будем ждать, когда он еще лет 50 будет управлять страной, пользуясь медицинскими успехами, он может свою жизнь продлить еще на 20 или 30 лет. Неужели мы будем все время наблюдать, как эта семейка безмерно обогащается, как эта семейка пытает наших граждан, сажает людей в тюрьмы, отбирает бизнес, как эта семейка не дает возможность нашим гражданам получить хорошее образование, как эта семейка стала миллиардерами при нищих гражданах, ни дня не работая в бизнесе. Неужели мы это будем терпеть? Нет. И поэтому Нурсултан Назарбаев это понимает. И даже если он пойдет на досрочные выборы и сам заявит, что будет участвовать как будущий президент, это вызовет чувство протеста у многих граждан страны. Еще большие протесты у граждан страны вызовет информация, когда Нурсултан Назарбаев скажет: «Именно моя дочь продолжит мое дело». Ну, вы знаете, чего только не говорила Дарига Назарбаева. Я человек корректный, стараюсь не награждать никакими эпитетами и ярлыками, но по поводу Дариги, которую я лично знаю со студенческих лет, я могу сказать, что она полная дурочка, абсолютно полная дурочка. Вот представьте, такая дурочка будет управлять нашей страной. Подтверждение моих слов, я думаю, вы получите достаточно. В интернете очень много ее высказываний, как она говорит, как она поет. Это полное кино, это позор нашей страны, позор нашей нации и позор нашего будущего. Это агент соседних стран, который, в частности Китая, которая говорила, что Китай наша судьба, учите китайский язык, что вот все будет хорошо, мы должны интегрироваться с Китаем фактически. Вот она куда призывала. И когда наши граждан она называла то мамбетами, то уродами, то еще как-то. И вот этот человек претендует на высшую государственную власть в стране. И понятно, что ее приход, предполагаемый, вызовет огромные протесты. И, конечно же, спецслужбы будут стараться подавить, задавить эти протесты. Что мы должны делать? Мы должны объединиться. И мы, по примеру Армении, должны показать, что мы народ сила, что мы являемся, как народ, источником власти. Вы видели в Армении без крови, без каких-либо баррикад сотни тысяч вышли на улицы, и это
криминальная, коррупционная власть, которая тогда была в Армении, она была отстранена. Так будет и в Казахстане. Но для того, чтобы вы почувствовали свою силу, силу народа, вы должны увидеть, что нас много. Сейчас, когда свой протест выражает всего десятки или сотни, они, безусловно, преследуются и подавляются режимом. И они в отчаянии, потому что не чувствуют поддержку десятков тысяч людей. Мне многие пишут, когда будут действия, что же ты не придешь, не изменишь ситуацию в стране. Но это, конечно, просто, скажем, смешной комментарий, потому что ни один, ни два, ни десять, ни сто человек не могут изменить положение в стране. Положение в стране должны и могут изменить все граждане страны, объединившись. Что мы должны для этого сделать? У нас для этого представился хороший случай. 16 декабря эта власть объявила Днем Независимости. Мы говорим, что 16 декабря – это день траура, день памяти. Памяти по тем гражданам, которые пострадали в декабре 1986 года, которые погибли в декабре 2011 года в Жанаузене. Мы можем выразить свою солидарность и, используя этот государственный праздник, прийти отдать память, дань памяти этим людям. И когда нас будут на этих акциях десятки, сотни, тысяч людей, вы тогда почувствуете силу народа, свою силу. Мы тогда преодолеем свой страх. Я не призываю вас 16 декабря этого года идти на митинги, как многие думают. Они говорят, народ боится идти на митинги. Нет, это не митинг. Это государственный праздник. Государственный праздник, так называемый День Независимости. И я предлагаю вам использовать этот день, прийти на соответствующие места, где будут возложения цветов и венков со стороны представителей власти, которые сами участвовали в подавлении свободы и независимости наших граждан. Они лицемерно возлагать будут цветы 16 декабря. Я призываю вас 16 декабря тоже прийти, но прийти, чтобы проявить солидарность, прийти в день памяти, прийти в день национальной скорби именно 16 декабря этого года. И когда нас будет много, мы будем в состоянии сделать следующие шаги. Собраться, когда наступит тот самый день, когда нам нужно прийти и сказать власти, чтобы она покинула свои посты и чтобы они освободили свое место, которое захвачено ими, и тогда к власти придут представители народа. Я уже говорил о том, что именно демократический выбор Казахстана, который долгие годы борется с этим режимом, имеет четкую программу действий, как политические программы политических реформ, так и программы экономических реформ. Я обладаю огромным опытом как в сфере политического управления, так и в экономике. И у нас много таких людей по всей стране. Они сейчас задавлены, они сейчас не поднимают голову, но вы все прекрасно знаете, что среди нашего народа очень много сильных, образованных профессионалов своего дела. Мы справимся, мы обойдемся без семьи Назарбаева и его ближайшего окружения, и мы изменим страну. Мы за 4 года сумеем догнать балтийские государства, такие как Латвия, Литва, Эстония, а затем мы приблизимся по уровню жизни к среднеевропейским странам, как Чехия, Польша и другие европейские страны. Мы в состоянии это сделать, потому что у этих стран нет таких возможностей, нет таких ресурсов. Поэтому я обращаюсь к вам и призываю вас сделать свой выбор. Приходите 16 декабря на День Независимости и проявите солидарность. Давайте соберемся и скажем, нет этой власти. Нет планам Нурсултана Назарбаева. Нет семье Назарбаева. Нет клана Назарбаева. Да нашему новому будущему, нашему сильному независимому Казахстану. Алла Казахстан!